Приветствую вас, друзья. Сегодня нашим противником будет один из семи копьеносцев Асина, Сикибу Тосикацу Ямаути. Босс очень простой, и с его прохождением проблем не возникнет, однако некоторую сложность представляют его охранники. И сейчас я покажу вам способ зачистить территорию с наименьшими трудозатратами, чтобы предстать перед боссом во всеоружии. Тут мы будем ждать момента, пока вот этот здоровяк с дубинкой отвернется, потому что когда он идет в нашу сторону, и если мы попытаемся в этот момент убить вот этого стражника, он обязательно это заметит, и они все сбегутся на нас, а наша задача убить их всех по-тихому, так сказать, по стелсу. Сейчас я жду момента, пока они оба отвернутся, и также постараюсь убить их обоих. Ну а после убиваем вот этого маленького. Ну и теперь настала очередь самого босса. Повторюсь, он довольно простой. Особо никаких сложностей он у меня не вызвал. Приятного вам просмотра и до встречи на новых видео. Thank you.